New Line Cinema представляет. Ярким примером того, как гнев меняет людей, является моя мать. Мать всегда была для меня самым милым человеком на свете. Она была самой милой для всех, кто ее знал. Когда жизнь изменилась, она изменилась вместе с ней. Она стала злой. Хорошей и злой. Гнев превратил мою мать в очень печальную и озлобленную женщину. Если бы она не была моей матерью, я бы ее ударила. Это правда. Я бы посмотрела ей в лицо и высказала все, что думаю о ней, а потом повернулась бы и убежала. Видимость гнева. Тремя годами ранее. Ты ешь? Да. Я хочу, чтобы ты ела, ясно? Ладно. Вы уже девочки взрослые, так что я не буду выбирать выражения. Он взял бумажник и ушел. Когда он вчера не появился дома, я подумала, нам повезло, и он просто разбился на машине. На самом же деле, он сбежал со своей шведской секретаршей, которая по странному совпадению уволилась 3 дня назад и уехала в Швецию. Но куда он уехал? Ты говорила с ним? Нет, не говорила. Мне нечего ему сказать. Он это знает. Но я закрыла все его чертовы кредитки, а также счет в банке. Посмотрим, кому он нужен будет без денег. Ваш отец — человек маленький. Очень маленький. Надеюсь, ты не намекаешь на его половые органы? Это было бы грубо. Господи, я чуть не съела стручок. Послушайте, сейчас не время для шуток. Я с вами разговариваю. И пока взволнованная нация беспокоится об ответном ударе, мы расскажем об угрозе сибирской язвы во Флориде. Привет, Терри. Чего тебе нужно? Ну, я хотел поговорить с тобой и Греем о тех строительных работах. Да? Он так возражает против него, но он даже не выслушал, что они предлагают. Грей здесь больше не живет, Дэнни. Его больше нет. Уходи. Официальные круги обеспокоены тем, как поддержать проамериканскую коалицию. Мог бы сделать одолжение и забрать с собой этого придурка.
Что значит, его больше нет? Ты пьян? Да. О, Господи. Так что это значит, его больше нет? Он спутался со своей секретаршей. Можешь рассказать об этом в эфире. Нет, я... Я серьезно, я хотел... Мне нужно поговорить с ним. Он бросил меня. Бросил? Ушел к Данкен Шейн, или как там зовут ее секретаршу. Так что можешь заняться своим строительством. Не знаю, что ты там хотел строить. Он был против, а мне все равно. Он бросил тебя? Да. Правда? Да. Мне жаль, Терри. Можешь идти и строить там свои дома, Дэнни. Его здесь нет, он тебя не остановит. Это не мои дома, они мои. Я просто их представитель. Это для международной серии игр. Мне предложили часть от их доходов. Надо же. Это Шеп устроил. Он правда ушел? Это правда? Да. Ладно, давай, уходи. Послушай, может, я зайду? Если хочешь, я буду молчать. Просто посижу и выпью с тобой. Я забрала ее из школы. Спасибо. Я завтра утром уезжаю в институт, так что тебе придется забирать ее самой. Билли Эдвардс говорит, когда вы напьетесь, вы очень дружелюбно и подписываете всем бейсбольные мячи. Да? Ага. У тебя есть мячи? Нет. Сбегай ко мне домой. У меня там несколько коробок с мячами в гараже. Мяч под ковриком. Возьми одну коробку и тащи сюда. Одну коробку. Что бы она ни сделала, я несу частично ответственность. Бадди, черт тебя подери! Пошел вон! В чем проблема? Ну, полезал на эту курицу пару секунд, и что? Если бы она на пол упала, я бы ни слова не сказала, но собака, он целыми днями лежит другим собакам в заднице. Давайте закажем еду на дом. Да нормальная курица, ничего не произошло. Ты бы стала есть? Пожалуйста. Ты видела Дога Зильвокера в Мофо? Считай, что ты лежишь сейчас его в задницу. Это бред. Ужин скоро будет. Да, мы приготовили твое любимое блюдо, курицу. Спасибо. Поставьте еще одну тарелку, Дэнни, поужинать с нами. Шустро. Что шустро? Что шустро? Дэнни? Ради бога. Не надо считать меня идиоткой, Хедли. Он алкоголик. Выйдет отличная парочка. Моя жизнь катится к чертовой матери. Могла бы посочувствовать. Вернешься к Рождеству из своего института и можешь сколько угодно злорадствовать. Но в данный момент я запрещаю тебе сомневаться в том, что я говорю. Тебе все ясно? Да. Спасибо. Выглядит неплохо.
Только полный идиот мог сбежать с секретарши. Это глупо и несерьезно. Я думаю, он вернется домой. Может, не сейчас, но вернется. Думаю, мы должны ему позвонить. И что мы ему скажем? Привет, пап, как жизнь? Я получила 5 по танцам. Плевать он на тебя хотел, Эмили, спустись на землю. Он потерял работу, Хэдли. Что? Твоего отца должны были уволить. Ему сказали об этом пару месяцев назад. Он был в отчаянии, не хотел, чтобы вы знали об этом. Он был очень сильно расстроен. Я читала такие статьи в интернете. К сожалению, это обычное дело. Люди теряют работу и слетают с катушек. Чего ты хочешь от меня? Я делаю все, что могу. Мне от тебя ничего не нужно. Не надо валить все на меня. Тебя здесь не будет, и ты не узнаешь, каково это быть в пустом доме. Если тебе будет легче, то я его тоже ненавижу. Это значит, что ты и меня ненавидишь? Ты просто ненормальная. Мне пора ехать. Ну ладно. Увидимся позже. Окей? Послушай сегодня мою программу. Услышишь там о себе. Я скажу, что ты моя приятельница, с которой мы иногда выпиваем. Дэнни, этого не хочу. Знаю, но у тебя нет выбора. Есть. Я не хочу, чтобы обо мне говорили на радио. Не хочешь? Нет. Ладно. Эй, помедленнее! Тут дети играют! Извините! А теперь снова с вами легенда Детройта Дэнни Дэвис. Это шоу Дэнни Дэвиса. Если вы слушаете радио постоянно и только что включили его, то вы знаете, что еще ничего не пропустили. В этом состоит прелесть шоу, правда, Шеп? Вы можете присоединиться к нам в любой момент, потому что тут ничего не происходит. Именно так. О чем мы говорили до рекламы? О, да. О вторжении. Точно, у тебя еще не отшибла память. Я знаю, что говорят люди. Ты смотрел телевизор? Да, смотрел вместе с моей подругой, очень милой, высокой и очень сексуальной, Терри Энн Вольфмайер. Но знаешь что? Что? Она не хотела, чтобы я говорил о ней. Поэтому я не буду больше о ней говорить. О ком мне будешь говорить? Терри Энн Вольфмайер. Терри Энн Вольфмайер? Хорошо, мы даже не называли ее имени. Это вы в такие игры играете? Не будем говорить о ней. Терри Энн Вольфмайер. Это не игрушка. А на волне 101 Детройт. Вы слушаете шоу Дэнни Дэвиса. Почему вы ничего не рассказываете о бейсболе? Они платят вам кучу денег, а вы ни слова о них не говорите. Послушай, придурок. Они мне не так уж много платят. Смойся. Ладно. Меня хватит на сегодня. В следующем в эфир выходит Пуба, большой папочка Артур Б. До встречи в завтрашнем эфире. Можете позвонить и высказать все, что думаете по моему поводу. Ну что, Шеп, как это было? Вроде не очень злобно. А нет, ты был довольно мил. Потерял от силы 6-7 тысяч слушателей. Так что можешь быть спокоен. А к чему это вообще было? Что именно? То, что ты говорил о той женщине, с которой смотрел телевизор. Кто она? Просто женщина. Одна из тех 20-летних девчонок из колледжа? Я видел тебя с одной из них.
Нет, ей не 20. И даже не около того. Не надо копаться своими грязными ручками в моей жизни, хорошо? У меня и так полно проблем. Ладно. А ты не давай мне советов по поводу того, с кем мне встречаться. Они меня молодят. Я ходячий справочник по всем музыкальным группам мира. Тебе даже Арианна Хаффингтон не расскажет того, что знаю я. Ты узнал что-нибудь о церемонии открытия супермаркета в Толедо? Сколько они платят? 10 000. За то, что ты появишься там на полчаса. Тебе это не противно? Ты завидуешь мне? А нет, поскольку ты наверняка сам себе противен. Поезжай домой. Мне пора заниматься настоящим диджеем. Ты мне через 15 минут надоел. Но я тебя все равно люблю. А где ваша мама? Наверху. Принимает душ. Чем занимаетесь? Зачем вы читаете эти объявления? Ищем работу. Я не поеду в колледж, буду работать. Ясно. Это не мое дело в любом случае. Спасибо. А чем ты хочешь заниматься? Хочу стать журналисткой. В программе новостей. Но внешние данные у тебя есть. О, ты будешь с нами ужинать? Пока не знаю. Если приготовите курицу как тогда, я останусь. Держи. Это тебя взбодрит. Что ты здесь делаешь? Да я не смотрел, успокойся. Выйди отсюда, господи. Выйду и заберу с собой этот стакан. Ты знаешь, что такое приличие? А, ладно, хватит. Выпью оба стакана. Дай сюда. Я не смотрел, окей? Я... Ничего особо и не было видно. Ладно. Так что ты здесь делаешь? Малышка Эмили пригласила меня на ужин. Правда? Да. Ты знаешь, что я люблю поесть на халяву. А кто из вас знает наизусть стихи Брауни? Ваша мать говорила, что одна из вас прекрасно читает эти стихи. Браунинг. Элизабет Барретт Браунинг. Я говорила, что читала эти стихи папа, и когда ей было лет 9 или 10, она их запоминала и потом декламировала здесь за столом. Точно. Так и было. Забавно. Я такого раньше не слышал, но так забавно. Для кого? Для всех. То, что она запоминала. Папай. А может, отложим это на завтра? Тогда я смогу договориться и поесть в другом месте. Я уже все равно ничего не помню. Зато я помню. Правда? Да. Здорово. Ты меня удивляешь. Good, так и должно be. быть.
Над чем ты смеешься? Ни над чем. Просто вы... Вы все такие женственные. Я раздобыла ее телефонный номер в Швеции. Хелен Трейлер дала. Позвонила туда вчера вечером. Там была уже поздняя ночь. Трубку снял Грей. Но я предполагала это. Я бросила трубку, как девчонка. Он женится на ней. Я в этом уверена. И что ты будешь делать? А что я могу сделать? Ты справишься. Грей был не последним человеком в плане денег. К тому же у тебя есть... Что есть? Счета, обязательства, 4 дочери. Одна из них меня ненавидит, 2-3 склонны ее поддержать. Можешь заниматься своим строительством, Дэнни. Я здесь не за этим. Тогда уходи. Любая другая причина, по которой ты можешь здесь появиться, будет жалкой. Ты в порядке? Нет. Я разбита. Она отвезет нас в школу. По телевизору кино показывают много женщин, которых бросают. Они так хнычат, что их хочется ударить. Взгляните на меня. Я его ненавижу. Ненавижу за то, что он сделал. Ваш отец просто свинья. Злобная, эгоистичная, ужасная свинья. Но знаете что? Я не хочу, чтобы вы его презирали. Не хочу. Я его тоже ненавижу. Я его очень сильно ненавижу. Я знаю, детка. Вы же люди, у вас есть чувства. Ладно, я пошла. Эй, погоди. Кто это? Просто милашка. Гордон Райнер. Новенький. Из Чикаго. Иди познакомься. Я уже пыталась. Я ему не понравилась. О него все разговоры о прыжках на веревках. Скажи ему, что у тебя семья развалилась. Я серьезно. Зачем? Парням кажется, что это классно. Поверь мне, я сама этим пользуюсь. Привет, Гордон. Привет. Ты знал, что у меня семья развалилась? Ладно, пока. Добро пожаловать в Швецию. Сними трубку. Дом Вольфмайеров. Привет, красотка. Это Дэнни.
Кто из вас со мной говорит? Это Энди. Отлично. Ты еще ищешь работу? Да. Приходи завтра и поговори с Шепом Гудманом из моего шоу. Ему нужен помощник продюсера. Дэнни, ты шутишь. Это потрясающе. Точно. Скажи это своей маме и будем в расчете. Приходи завтра, хорошо? Я вас познакомлю. Хорошо, спасибо большое. О, Господи. Возможно, мне предложат работу в шоу Дэнни. Ты шутишь? Нет, это будет потрясающе. Это будет просто здорово. В чем дело? Дэнни звонил, ей могут предложить работу в его шоу. Правда? Дэнни звонил? Да, у меня завтра собеседование. Погоди, а как же школа? Мне нужна работа. Я не пойду в колледж. Ты не пойдешь в колледж? Нет, я говорила об этом папе, а тот сказал, пока не говорит тебе, но... Но раз он сейчас трахает свою секретаршу, ты подумала, что можешь бросить в меня свою бомбу, так? Нет. Нет, это правильный ответ. Ты пойдешь в колледж. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Вы все будете учиться в колледже. У нас нет никаких вакансий. Это ясно, Дэнни? Тут нечего даже думать. А в этой девочке что-то есть. Возможно, это будущее... Диана Сойер. Но у меня нет для нее работы. Знаю, но ты можешь что-нибудь придумать. Сделай это ради меня. Я не могу. Знаешь почему? И почему? Сейчас я подойду к вам и скажу. Подождите. Господи, у меня сейчас эфир. Потому что я и так слишком много для тебя делаю, милорд. Милорд? Привет. Я Энди Вольфмайер. У меня встреча с Шепом Гудманом по поводу работы. Дэнни Дэвис просил меня зайти. Присядьте, пожалуйста, вон там, я ему сообщу. Хорошо, спасибо. Ты меня не поняла. Я нашел работу. У меня есть вакансия. Я кое-что придумал. Я разговаривал по телефону. Хорошо, если ты хочешь, чтобы она работала тут, я это устрою. Будешь мне должен, как обычно. Я получила работу. Какую работу? Шоу Дэнни, помощником продюсера. Да, алло. Ты что, ищешь с кем переспать? Я правильно понимаю? Еще одна дырка на ремне или не знаю, как вы там это называете. Ты ищешь способы, как бы затащить меня в кровать или что? Кто звонит? Не Юли, Дэнни. Говори прямо. Грей всегда подозревал, что ты положил на меня глаз. Я хочу, чтобы ты был со мной откровенен. Ну ладно. Ты мне нравишься. Всегда нравилась. Ты хочешь со мной переспать? Нет, то есть, если ты предлагаешь, я не против. Чудно. Я буду у тебя через 10 минут. Что, прости? Дай мне 10 минут. Я не собираюсь накладывать макияж, так что на красоту особо не рассчитывай. И задерни занавески. Я не люблю, когда много света. У тебя там не очень светло? Нет, тут не очень много света. Ладно, можешь пока выпить?
Пару стаканов. Мне не хочется, чтобы у тебя остались об этом четкие воспоминания. До скорой встречи. Помедленнее. Да бога ради. Здесь дети играют. Да пошел ты. Есть кто дома? Я приехала. Дэнни? Дэнни? Я поднимаюсь наверх. Дэнни? Алло? Это я. Послушай, кое-что случилось. Мне позвонили и попросили приехать на студию прямо сейчас. У Шепа какие-то проблемы. О, ну конечно. Заливаешь по самое не балуйся. А нет, это неправда. Правда. Нет, и я хочу, чтобы ты приехала еще раз. Ни за что. Считай, что это была комета Галлея. Она появляется раз в 57 лет. Что за хрень такая комета Галлея? Это продюсерская. Вот здесь мы с тобой будем работать. Ясно. Иди сюда, я покажу тебе кое-что еще. Отсюда идет прямой эфир. Артур, познакомься с моей новой помощницей Энди Вольфмайер. Привет, Энди. Это Артур Пенхаллоу. Он наша знаменитость. Да. Мы друзья, он меня обожает. Размечтался. Шутит. Ясно. Мы шутили. Мы с ним хорошие друзья. Ясно. А какое у тебя полное имя? Андре? Да, Андре. Чудно. У меня хорошо с именами. Точно. А пойдем, я покажу тебе офис наверху. Там мы тоже работаем. Хорошо. Ты знаешь, как выглядит приз Эмми? А вы выигрывали Эмми? Пару раз. Местного значения, но это не важно. У меня их три. В офисе их два, а третий я вожу с собой, когда путешествую. Как ланч, Гордон? Нормально. Ты видел документальный фильм о Чикагской семерке? А об убийствах в штате Кент? Нет. Там вроде копы убили 6 человек. Было большое расследование, открылось много всего, о чем предпочитали молчать. Много проблем между полицией и населением. У меня тоже семья развалилась. Правда? А ты умеешь прыгать с веревкой? Нет. А я умею. Хожу с отцом. Мы ездим на север в долину Фентон и прыгаем с огромного крана. Здорово, наверное. Я прочла твое письмо. Она очень злая? Я не хочу, чтобы она была слишком злым. То есть хочу, но и не хочу. Он твой отец. И он бросил тебя в очень трудное время. И я хочу, чтобы он знал, что я разозлилась от того, что он не позвонил. Он знает. Он не общается ни с братом, ни с друзьями по работе. Он знает, что он сделал.
Ты будешь звонить ему? Пожалуйста. Это так глупо, какая-то дурацкая игра. Ты сказала, что у тебя есть его телефон. Это хорошее письмо. Хорошо, что ты решила высказать то, что чувствуешь. Но я хочу, чтобы ты ела. Ты очень много танцуешь. Может, даже слишком много. Я знаю, что папа специально построил это для тебя, но ты проводишь здесь слишком много времени. Ты слишком расстраиваешься. Что? Радуйся за меня. Гордись мной. Черт, у меня есть устремления. Какие у тебя проблемы? Тебя интересует только выпивка и Дэнни. Радуйся тому, что у меня есть мечта. Я собиралась сказать тебе, как я горжусь тобой. Вот в чем проблема. Сейчас я не буду этого говорить. После таких-то обвинений. Отлично. Мне все равно. Я готовлю ужин на кухне. Надеюсь, тебя не затруднит мне помочь. Может, ты придешь как раз вовремя, чтобы успеть засунуть мою голову в духовку. Алло? Чем ты занимаешься? Делаю девочкам завтрак. Это хорошо. Да уж. Мне светит награда Мать года. Знаешь, о чем я тут подумал? Нет. Похоже, прошло уже 57 лет. Ты о чем? О Комете Галлея. Кстати, она появляется раз в 76 лет. Но я не буду на этом заострять внимание. Я могу зайти? Когда? Сейчас. Сейчас? Да, сейчас. Ты повесила трубку? Еще нет. Ладно, тогда я скоро буду. I'm coming over. I am. Не вздумай прятаться во дворе. Не придумай никаких отговорок. Так вот оно что. Ты тогда спрятался во дворе. Да нет. Знаешь, забудь, что я только что сказал. Я скоро буду. Уже выезжаю. Погодите, постойте. Что это? Ваш завтрак? Завтрак? Ты серьезно? Я сама себе сделала. Ты нам 100 лет завтраков не давала. Все возвращается на круги своя. Чего вы ожидали? Хорошего дня. Черт. Отлично. Ты решила уехать? Эй, просто решила улизнуть? Да, собиралась спрятаться в твоем дворе. Что за чушь? Я шутил вообще-то. Что ты делаешь? Выходи. Что? Просто выходи. Ты что, пьян? Ничуть. Не пил ни капли. А надо было бы. Послушай, я знаю, что ты знаешь себе цену. Я знаю, что ты добра и обижена. Понимаю, что это все слишком быстро в каком-то смысле. Да. А есть другой смысл? Я набираю твой номер по 10 раз на дню и вешаю трубку.
Ну что вы там? Минутку. Бог мой, Терри, я не так уж много и прошу, ты знаешь. Это просто... Просто... Я все понимаю. Я знаю, кем ты меня считаешь. Я парень, с которым ты сидишь, пьешь и болтаешь. А теперь ты хочешь меня трахнуть? Ты сама это предложила. Это было до того, как ты спрятался во дворе. Но ведь сейчас я не прячусь, так? Эй, дамочка! Эй, эй, выруби свой рожок! Господи. Неплохо. Спасибо. Хочешь, поедем ко мне домой? Видела я твой дом. Я приберу в спальне. Поедем ко мне. Хорошо, едем к тебе. О, Боже. Это было большой ошибкой. Какое милое замечание. Боже, что я делаю? Зачем я здесь? Ты здесь потому, что тебе грустно и одиноко. Ты в отчаянии. Тебе нужен кто-нибудь, что-нибудь, что отвлекло бы тебя. Какая-нибудь тихая гавань. Мне интересно, что я здесь делаю, а не ты. Зачем я это делаю? Ты это делаешь потому, что ты хорошая. Ты вне себя от злости. Я никогда не видел такой озлобленной женщины. Что такое? Фрэнсис Веллард, Тимоти Вестербург, Мэтью Винтергарден, Хэдли Вольфмайер, Стефани Виннингтон, Нэнси Вудсайд. Это для нее особый день, поэтому будь помягче. Она волнуется по поводу вашего знакомства. Да ну, о каком волнении идет речь, если она встречается с ним уже 3 года? Она любит его? Любит? Я что, только сегодня об этом узнала? Будь мягче. Это не ко мне. Почему она так ненавидит меня? Это неправда. Просто она думает, что он глуповат. Она думает, что он глупый? Я думала, она любит его. Нет, она думает, ты подумаешь, что он глупый. Я так не подумаю. Это правда. Она слишком резка со мной. Я ведь ее мать. Я люблю ее. Хочу, чтобы она была счастлива. Если она любит этого парня, то и я... Привет, детка! Я так горжусь тобой! Это правда. Я очень горжусь тобой. Дай посмотреть на тебя. Мама, выпускница колледжа. Я горжусь тобой. Твой отец не знает, какое событие он сегодня пропустил. Может, и знает. Вот она, настоящая жизнь. Мам? Дэвид, привет. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно познакомиться. Мои родители обедают в гостинице «Виллер». Они вас приглашают. «Виллер»? Правда? Девочки, хотите пойти? Мы уже пообедали. Пообедайте еще раз. Пойдемте, я хочу познакомить вас с родителями Дэвида. Дэвид, скажи родителям, мы будем рады присоединиться к ним. Отлично. До встречи. Ну, он просто красавчик. Милый и умный. Мама, это правда, детка? Заметно с первого взгляда, он очень умный. Ладно, есть еще кое-что, вы должны это знать. Ты беременная и выходишь замуж? Откуда ты узнала? Кто тебе рассказал?
Это просто догадка. Я права? Я правильно догадалась? Ты, наверное, шутишь. Нет, я выхожу замуж. А почему я должна узнавать об этом от Папай? 15-летней девчонки? Не надо унижаться. Замолчи. Ты ребенок. Что ты знаешь об этом? Опять 25. Ты тоже помолчи, пожалуйста. Его родители знают об этом? Да, и они в полном восторге. И как давно они в этом восторге? Послушай, может, пойдем на обед? Как давно они в этом восторге, черт побери? Кровавую Мэри, как можно скорее. Здравствуйте, я Терри. Джина, приятно познакомиться. Это Дэвид, мой муж. Дэвид старший. Как мило. А вы не похожи на евреев. Я не хотела сказать, что это хорошо или плохо, то, что они не называют своих детей как... Ладно, это было неудачно. Это сестры Хедли, Эмили, Андреа и Папай. Привет, девочки. Вам заказать что-нибудь выпить перед обедом? Я уже об этом позаботилась, спасибо. Мне то же самое, пожалуйста. Я так понимаю, нам есть что отметить? Хорошие новости? Мы в полном восторге, Терри. Мы просто обожаем Хедли. Это правда. Я поняла это с первой минуты, как ее увидела. Это неправда. Правда. Нет, мама, это не так. Если она говорит, что это правда, значит, так оно и есть. Ну, для меня это было сюрпризом, но очень приятным. Для меня тоже. Поднимем тост? Да, давайте. За Дэвида и Хедли. За Дэвида и Хедли. За Дэвида и Хедли. Постойте, у меня полупустой стакан. Плохая примета. Официант? Мам, возьми мой. Еще чуть-чуть побольше. Спасибо. Ну так что, тост? Можно я? Да, пожалуйста. За Дэвида и Хедли. За долгие и прекрасные отношения. И еще. Извини, Дэвид, но я просто очень растрогана. За мою малютку. За мою первую дочку, Хедли Ведли. Мы ее так звали, Хедли Ведли. Ее все обожали с самой первой минуты. Прелестная крошка. Правда, она очень быстро выросла. А когда она выросла, у нее появился рот, и когда она стала подростком, она уже никого не слушала. Мама, иногда она просто не приходила домой, тогда, может, мы уже выпьем? Спасибо. Хорошо, детка. Выпьем. Извините меня. Вы уже все обсудили и решили, а я просто свалилась с корабля на бал. За Хедли Ведли. За Хедли Ведли. О, нет, это не тост. Я просто заказываю еще. Это было ужасно. Ну, может, не так уж и ужасно. Не так плохо, как ты подумал. Нет, это было ужасно. Я выставила себя полной дурой. Просто ходячая реклама о вреде алкоголя. Старая пьяница. Бедная Хэлли. Мне очень стыдно перед ней, Дэнни. Зачем мы сюда пришли? Я ужасно обращаюсь со своими девочками. Непростительно, что я не могу контролировать свои эмоции. Господи. Это кошмар. Тут была ферма Файрстоунов до начала 50-х. Здесь и по всей округе. И еще в ту сторону где-то акров на 8. Так зачем мы сюда пришли? Я хочу это сделать. Прямо здесь? Нет, не будь идиотом. Я хочу продать свою часть. Пусть твои друзья занимаются разработкой, скажи, что я согласна. И скажи им, что мне деньги не нужны. Если они подумают, что мне нужны деньги, они будут пытаться обмануть меня. А они нужны? Нет. Да, нет. Я не знаю. У меня есть проблемы.
пока я официально не разведена с этим засранцем. Я не дам развода, пока у него не хватит смелости появиться здесь. Я хочу, чтобы у девочек были деньги. Скажи своему другу Шепу, что я согласна на сделку. Что? Ничего. Ладно, я пошла, а то здесь рассадник энцефалитных клещей. Милая компания. Шеп, как дела, приятель? Отлично. Как еще может быть в компании Энди? Привет, Терри. Эдли? Друг Эдли? Ладно, мы пойдем посмотрим кино. Просто прелесть. Похитители велосипедов. Она никогда не видела этого фильма. Он помешан на иностранных фильмах. Кто-нибудь хочет с нами? Посидеть на диванчике, посмотреть классику? Пожалуй, мы это пропустим. Из-за субтитров? Ты хорошо меня знаешь. Да уж, это тяжелый груз. Я знаю его слишком хорошо, поэтому это тяжелый груз. Не могу выразить, как все это отвратительно. Теперь кстати, она отлично справляется с работой. Шеп в полном восторге от ее идей, к тому же... Она ему действительно нравится. Меня это все жутко раздражает. Возможно, это тоже причина для такого поведения. Что? Ты знаешь что, лучше помолчи. На протяжении веков глубокая ненависть людей друг к другу принимала все новые и новые формы. Репрессии, насилие, жестокость, религиозная расправа и геноцид. Я еще не закончила. Нужно подобрать музыку. Это мой диплом на курсе телевизионных программ. Ты очень красивый, Гордон. Спасибо. Мне нужно идти. Мне правда нужно идти. Снова и снова проявляется во взаимоотношениях мужчины и женщины. Например, в Ботсване неверную жену приводят на поле, где ей устраивают ритуальные наказания, бьют и издеваются. Правда, ситуация выходит из-под контроля, когда женщина впадает в ярость, и мужчинам приходится разбегаться. Почему я не радуюсь? Потому что я не думаю, что все эти новомодные творческие колледжи действительно дают образование. Это настоящий колледж, о чем ты говоришь? Детка, мне лучше знать. Я хотела заниматься поэзией, помнишь? Я ходила на творческие курсы в Энн-Арбор. Я не собираюсь ходить в колледж в Энн-Арбор. Конечно, нет, это ведь я тебя туда хочу затащить. Тебе-то зачем? Так что, ты 4 года будешь учить теорию танца? У меня есть своя теория. Ты не поедешь. Нравится наблюдать за мной?
Жаль, что ты не воспринимаешь меня всерьез. Воспринимаю, милая. Я просто думаю, что ты не в состоянии пока оценивать сама себя. Я думала, ты порадуешься за меня, учитывая то, как повернулась твоя жизнь. Твои родители заставили тебя выйти замуж за твоего отца? Да. Я не жалуюсь. Они заставили меня относиться к жизни серьезно, а не витать в облаках. Ты вообще представляешь, какой идиотский бред ты иногда несешь? Я тронута тем, как ты беспокоилась о том, чтобы письмо, которое ты написала бросившему тебя отцу, не было слишком злым. А на мать, которая стоит рядом перед тобой, ты выплескиваешь всю свою злобу. Тебе это не кажется странным? Пожалуйста, закончи накрывать на стол. Да пошла ты! Шип, просыпайся. Давай, вставай. Уже 5 часов. И что с того, что 5 часов? Моя мать внизу, нам надо вставать. Прямо сейчас. Нет, я не об этом. Нам пора вставать. Нет. О. Господи. Боже. Ух ты. Это было жутковато. Согласно последним исследованиям, средний объем талии американских мужчин за прошедшие 10 лет увеличился на 4 размера. У меня вопрос. Когда они перестанут называть это средним? Давайте называть вещи своими именами. Жирная задница! У тебя жирная задница! Поговори с ней. Пойди к ней. Нет. А мне можно сходить? Нет, пока нельзя. Ладно. Ну? Что ну? Ну... Я еще эту мысль не додумал, вообще-то. Уже поздно. Тебе лучше пойти домой, Дэнни. Ничего хорошего не выйдет, если ты останешься здесь на ночь. Если ты хочешь, чтобы я ушел, так и скажи. Шутка. Мы можем поговорить? Не сейчас, у меня болит живот. Тебе принести чего-нибудь? Нет, но ты можешь закрыть дверь.
Я гей. Что? Нет. Нет, 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 нет. Да. Ты врёшь, потому что не хочешь целоваться со мной? Ты уже занимался сексом с мужчинами? А с женщинами? Ты не можешь быть геем, если ты этого не делал. По крайней мере, с женщиной, чтобы понять, что тебе это не нравится. Нет. Мне нравятся мужчины, потому что я гей. Думаю, ты врешь. Да. Я думаю, что это некрасиво. Давай займемся сексом. Просто попробуй, если тебе больше понравится быть геем, ради бога. Это мило с твоей стороны. Привет. Я приехала извиниться. Правда? Да. Я вела себя как последняя дрянь. Это точно. А это что? Я захотела сделать тебе что-нибудь приятное и решила прибраться у тебя в доме. А если я этого не хочу? Ради бога, не надо следовать твоему примеру и быть засранцем. Пусти нас. Нет. Перестань, мы не уничтожим твой дом, просто вымоем его. Я не хочу, чтобы в моем доме прибирались, Терри, ясно? Просто будь милой со мной. Знаешь что? Что? Ничего. Тогда подвинься, у нас много работы. Это все посчитано, ясно? Я знаю, сколько здесь коробок. Что это значит? Ты знаешь. Этих людей не знаю. Ты тоже. Поэтому я не люблю, чтобы люди шарились у меня в доме. Я не хочу, чтобы люди знали, что у меня есть. Это всего лишь мечи, Дэнни, а не золотые слитки. Говори ей все, что хочешь, но мне что-то неспокойно. Я делаю то, что должен делать. Мне нечего стыдиться. А я ничего подобного не говорила. Все, с кем я раньше играл, занялись делами, машинами, открыли страховые компании. А делок нет. Но мне и так хорошо. Ты выпить хочешь? Ты же меня хорошо знаешь, зачем спрашивать? Так что произошло между тобой и бейсболом? Может, просто позвонишь на радио, если тебе так интересно? Перестань. Почему это тебя так задевает? Да ничего не произошло. Я просто не знаю, что им от меня нужно. Это было здорово, потрясающе. Мило, но все закончилось. Я больше не хочу об этом говорить. Я понимаю, что я ходячее противоречие. Раздаю мечи, хожу на церемонии, фотографируюсь с жирными ублюдками. Понимаешь, я просто устал. Да, понимаю. Идти вперед всегда трудно. Нет, у меня с этим проблем нет. Знаешь, что мне нравится в твоем доме, Терри? Мне нравится, как там пахнет. Всегда что-то готовится. В моем доме так не пахнет. И мне особенно хочется поехать туда, когда там какие-то проблемы. Это часто случается. Кто-то кем-то недоволен, хлопает двери, пахнет грозой.
крики, даже если никто не разговаривает. Но, по крайней мере, это настоящая жизнь. Поверь мне, я не так представлял себе свою жизнь. Это не мои мечты. Но я смирился с этим. Что ж, значит, мне повезло. Нет. Нет. Это мне повезло. Когда я с тобой, Терри, с твоими девочками, я чувствую, что у меня еще есть причина жить. И вот об этом я хочу говорить. А совсем не о бейсболе. Мое сердце разбито, Дэнни. Я знаю. Эту боль невозможно вылечить. Возможно. Это лечится, причем быстро. Ты просто немного прихрамываешь. Но можно найти способ пережить эту хромоту. Уже все заметно. Черт, меня это так раздражает. Ничего особенно не заметно. Еще пара недель, и нам пришлось бы устраивать тайное венчание. Где мой браслет? Мне не нравится, что так много людей знают о ее беременности. Половине она сама рассказала. Мне кажется, она даже этим гордится. И что с того? Она ведь все равно выходит замуж. Я знаю, она умница, хоть и не научилась держать свой рот на замке. Я ужасно выгляжу. Нет, скажи правду. Шутишь? Ты прекрасная, восхитительная невеста. Точно? Да. Ты чудесно выглядишь в этом платье. Элегантно, стильно, сексуально и свежо. У тебя прекрасная кожа, а личико пухленькое и здоровое, так бы тебя и съела. Пухлое лицо? О, Господи, я не это имела в виду. Ты сказала пухлое, но имела в виду обожаемое. Ты врешь, это правда, детка. У меня в день свадьбы лицо опухло, а ты молчишь? У тебя не пухлое лицо, она не это имела в виду, клянусь. Она сказала, у меня опухшее лицо. За 10 минут до начала моей свадьбы. Как это гнусно! А все остальное, что я сказала, уже не в счет? Да, да, конечно. Прекрасное опухшее лицо. Хедли, пора выходить замуж. Ладно. Она будет в порядке. Какие возможности открывают перед нами узы брака? Вместе отправиться в неизвестность будущего. Двое людей... В согласии, вместе соединенные браком. Есть ли узы более священные, чем эти? Есть ли обещания более вечные? So much can count all the ways I've done for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I'll never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Не хочешь со мной потанцевать? Извини, у меня болит живот. Ерунда. Пойдем. Ну же. Я не хочу, чтобы она или кто угодно судил меня. Хорошо. Я тоже не хочу, чтобы они меня судили.
Колу, пожалуйста. Колу? Ты сегодня не пьешь? Приятно было поболтать. В чем дело вообще? Да ни в чем. Прекрасный день. Крутить с девушками вдвое моложе, это так принято? Ты манипулируешь ими. Используешь свою власть и имя, чтобы совратить их и заставить бегать вокруг тебя. Да, и что? Мне противно думать о том, что моя дочь с тобой. Чего проще? Не думай об этом. Черт возьми. А с кем мне спать, Гарри? С такими, как ты? Твоего возраста? Моего возраста? Не хочу. И знаешь почему? Потому что мне нравятся молоденькие. Отведешь ее в ресторан, и она тебе благодарна. Надо же, бифштекс, как вкусно. Выходишь после ужина, отличная погода, и они говорят: «Спасибо, все было чудесно». Было мило, ты милый. Что мне еще делать, Терри? Завести дом и жениться на какой-нибудь стерве вроде тебя? Я лучше к зубному врачу буду ходить каждый день, чем терпеть, как меня пилят. Хочешь еще раз меня ударить? Думаю, нет. Водку с апельсиновым соком. Пожалуйста. Что ты сказала Шипу? Ничего. Он ушел и сказал, что он тебя на дух не переносит. Так что ты сказала? Мы поболтали по душам. Это было необходимо. Потанцуем. Что случилось? Погоди, пожалуйста. Это Эмили, она в больнице. Что? Дорогая? Я поеду с тобой. Нет. Я поеду с тобой, Терри. Нет. Туда далеко ехать, и сейчас ночь. Нет, оставайся здесь, мало ли папа проснется. Я не хочу, чтобы она испугалась. Все будет хорошо. Пока не могу сказать ничего определенного. Может быть, это язва, может быть, панкреатит.
Я пока точно не знаю. Что? Вы точно не знаете? Она очень мучилась. Я дал ей снотворное. Тщательное обследование проведем утром. И что будет утром? Вообще-то, меня здесь утром не будет. У меня заканчивается смена. Возьмут анализы, а завтра к вечеру, когда я вернусь, я посмотрю их, и мы поговорим. Завтра вечером? Да. А если я потребую альтернативного обследования? А мы еще и первое не провели. Так кто еще может провести обследование? Сейчас 4:30 утра. Не думаю, что вы найдете специалиста. Она очень больна. И самое ужасное, они не знают, что с ней. То ли язва, то ли щитовидная железа. Она не может есть. Это вообще может быть рак. Может быть все что угодно. Справочная, слушаю вас. Здравствуйте, мне нужна справочная служба города Карлстад, Швеция. Карлстад, Швеция? Да. Спасибо. Бедная, сидишь тут одна. Мне это даже нравится. Ты звонила папе? Рассказала ему? Нет. У меня нет ненависти к нему. Ты его ненавидишь, но я много думала об этом и поняла, что у меня нет этого чувства. Говорила с врачом? Да. Он сказал тебе, что это не рак? Слава Богу, да. Он думает, что болезнь обострилась из-за стресса. Может быть, это язва. Он очень беспокоится от того, что ты так нервничаешь, Эмили. Я не нервничаю. Нервничаешь. Ты злишься. Злишься на меня, на папу. Это совершенно очевидно. У тебя над головой грозовая туча, мы должны ее убрать. Небо должно быть чистым. Врач очень беспокоится, Эмили. Мне заняться йогой? Перестань. Я серьезно. Я тоже. Танцы или упражнения не помогут. Тебе надо поправиться, Эмили. Я могу многое пережить, но я не хочу терять тебя.
Почему ты улыбаешься? Потому что обычно ты обо мне не беспокоишься. Только сейчас, когда я заболела. Это неправда. Я обожаю тебя. Правда? Конечно. Я этого не вижу. Ну что я могу сказать? Как и всем, кто меня окружает, тебе нужно лишь присмотреться ко мне. Ладно. Как с ветром, папа? Отлично! Высоко забрался. И единственное, что мне понятно во всем этом, это почему они кричат. И что дальше? Ты следующий, Гордон? Чёрта с два, он не будет прыгать. Он боится. Предпочитает быть зрителем. Ты не будешь прыгать? Не будет. Я пойду еще разок прыгну, если ты не хочешь. Нет, я пас. Я тоже зритель. Ты собираешься жениться на маме? Я не знаю, тут все сложно. Твоя мама непредсказуема. Раньше она такой не была. Спроси кого хочешь. Она была очень милой. Ты должен жениться на ней, Дэнни. Ты будешь счастлива? Да. Знаешь, твоя дочь сегодня спросила, не хочу ли я жениться на тебе. Я тебя умоляю, это некрасивый ход. В каком смысле? Она очень милая. Я знаю. Это не было некрасивым ходом, Терри. Что именно? Упоминание о том, что сказала Папай. Это не было некрасивым ходом. У меня и так полно проблем, Дэнни. Мне нужно делать пешку из моей дочери. О чем ты говоришь? Одна моя дочь тяжело больна. Другая спит с извращенцем, которому ты ее подкинул. Поэтому мне сейчас не до милых разговоров о свадьбах. Тем более, что эти отношения будут обречены с самого начала. Так что ты знаешь, о чем я говорю. Не нужно. Я не хочу знать, что там тебе наболтала Папай. Мне надоело, что ты постоянно срываешь на мне злобу. А я мирился с этим дерьмом, потому что знал, что тебе приходится переживать. Нас меня хватит. От этого сошел бы с ума даже самый терпеливый идиот. А я отношусь к такой категории меньше, чем любой из тех, кого ты знаешь. Дэнни, а можно тебя на минутку? Плохие новости. Готов? Администрации попала вожжа под хвост. Последнее время на них посыпалась куча звонков. Я не хотел тебе об этом говорить, но они хотят изменить контракт.
В каком смысле? Ты знаешь, в каком. Они хотят, чтобы ты говорил о бейсболе. Что? Либо ты ведешь программу о бейсболе, либо у нас отнимают эфир. Хорошая шутка. Это не шутка, Дэнни. Я бы сам хотел, чтобы это было шуткой. Либо ты говоришь о бейсболе, либо со следующей недели у нас не будет эфира. Я не хочу говорить о бейсболе. Подумай об этом. Они не хотели спортивного ток-шоу с музыкальными вставками в середине дня, но я уговорил их. Ты звезда бейсбола. Люди хотят узнать больше о бейсболе. А никого не интересует, что ты готовишь или что читаешь, Дэнни. Извини, но это правда. Суббота. Бейсбольное ток-шоу. Они даже дадут рекламу. А ладно, Артур, выходишь в эфир по счету 5-4-3-2-1. А добро пожаловать на 101 Детройт, любители рок-н-ролла. Ты не хочешь со мной разговаривать? Дэнни? Я звонила тебе сегодня 8 раз. Дэнни. Дэнни. Ну, перестань. У меня было плохое настроение. Дэнни. Поговори со мной. Я привезла фотографии малыша. Лучше бы ты его самого привезла. Он с няней, а нам нужен отдых. Значит, уже решено? Они начнут свою стройку? Да, в следующем месяце начнут копать. У вас поменяется вид. Ему не помешает немного перемен. Она идет. Приготовили улыбки и комплименты. Все хорошо, ты отлично выглядишь. Все отлично, все спокойно. Спокойно и отлично. Да, у нас у всех. Может, просто валюма и в суп положишь? Не испытывай мое терпение, Хэдли. Я не хочу, чтобы она нервничала. Привет. Привет. Отлично выглядишь. Это правда, ты здорово выглядишь. Что? В общем, у нас с Дэвидом есть новость. Я снова беременна. Господи. Правда? Ну, надо же. Не похоже, чтобы ты была в состоянии стресса. Тебе откуда знать? Ты еще ребенок. Ну что значит, ты хочешь закончить? Ты меня бросаешь, что ли? Не совсем так. Я просто хочу, чтобы у нас была возможность встречаться с другими людьми. И мы тоже будем продолжать встречаться? Скорее всего, нет. Ты не хочешь больше спать со мной? Я что-то не так делал? Вроде все было отлично. Не думал, что мы когда-нибудь такое услышим. Не поворачивайся, у нас типа собрание. Это потому, что твоя мать ненавидит меня? Это не важно, меня многие не любят. Если бы я на всех них обращал внимание, я бы не добился того, что имею. Дело не в моей маме, Шеп, а во мне. Это потому, что я быстро засыпаю? Или слишком тороплюсь, или еще что? Я просто устаю, но ведь у нас был хороший секс. Не знаю, возможно. Возможно? Но ты все время издаешь столько звуков, что мне казалось, что все очевидно. Думаю, я просто хорошо имитировала. Извини. Послушай, я просто хочу жить дальше, развиваться.
Извини меня. Не извиняйся. Не нужно. Знаешь, это было неизбежно. Так что не извиняйся. Это должно было случиться. Думаю, да. Да ладно. Мы сможем продолжить работать вместе? Ну, я буду работать утром, а ты днем. Хорошо. Ладно. Договорились. Ты все равно здесь не задержишься. Что? Это слишком мелко для тебя. У тебя большие перспективы. Он целует ее в задницу? Да ладно, пора возвращаться к работе. Иди. Хорошо. Алло? Эй, выгляни в окно. Что? Подойди к окну. Я не врал. Я правда прыгаю. Ты сдурел. Я знаю. Привет. Привет, Шеп. Как дела? Все нормально, а у тебя? Ты вы с Дэнни до сих пор не разговариваете? Нет, уже давно. Это не так-то легко, знаешь ли. Знаешь, я не такой уж плохой, каким ты меня изобразил, Терри. Я пообещал себе, что если встречусь с тобой, непременно скажу об этом. Вот и сказал. А может, мне как-нибудь зайти с бутылочкой, посидим, поговорим? Что? Ты прочла мне целую лекцию на свадьбе Хэдли? Какую лекцию? О сексе с женщинами моего возраста. Я бы хотел посидеть с тобой, поболтать, рассказать тебе о своей жизни. Без пощечины и всего такого. Так ты хочешь прийти и переспать со мной? Так, Шеп? Нет, я этого не говорил. Я сказал, что хочу выпить с тобой. Я больше не пью. Отлично, тогда просто поболтаем. А тебе и Дэнни. Это бред, вы должны быть вместе. Что за чушь? Ты хочешь научить меня жизни? Да? Господи, Шеп, предложение переспать со мной звучало лучше. Что это значит? Займись своими делами. У меня тут свои.
Отодвинься. Иди. Иди. Шеп. Господи. Чтобы ты знала, я никогда не хотел переспать с тобой. Ясно, ясно. Только посмотрите, кто пришел. Это же Дэнни Дэвис. Рома на втором диске, можно запускать арт? Ты видел Терри? Что? Ты видел Терри в магазине? Так вы уже разговариваете? Это хорошо. Мы говорим сейчас о том, какой ты придурок. Да брось. Мы говорили о невинных вещах. Я просто хотел зайти в гости. Нет, ты хотел пойти к ней с бутылкой вина. Ты хотел переспать с ней. Переспать с ней? Нет. Мы говорили об обычных вещах. Ничего предосудительного. Как плохо быть разносторонним. Каждый видит только одну из твоих сторон. Не надо мне зубы заговаривать, я тебя знаю. Ты делал ей намеки. Ничего подобного, Дэнни. Ты слишком остро это воспринимаешь. Я тебе еще кое-что скажу. Я ошибся, позвав Энди на шоу. Тогда ничего бы не произошло. Ты не имел права использовать ее дочь. Я должен был это предотвратить. А начинай, Арт. Я жалею, что ничего не сделал. Терри презирает тебя, и она права. Права? Ты что, жертва стокгольмского синдрома? Перестань, это же я. Не надо. Я скинул с тебя огромный кусок дерьма. Какого черта ты делаешь? Хватит, шеф, хватит. Окей, Артур, do your list. Ладно, Арт, давай заставку и вступление. Знаешь, Дэнни, в этой ситуации нет проигравших. Из помощника продюсера она превратилась в продюсера, так что думай сам. Я буду говорить о бейсболе. Но я не хочу, чтобы моим шоу занимался ты, Шеп. Хватит. Я буду говорить то, что они хотят, но тебя на моем шоу не будет. Ты им сам скажешь или мне сказать? Извини, Артур. Не твой год, звездочка? Хочешь вытру спинку? Господи! Как ты меня напугал? Для тебя не существует приличий. У тебя отличная попка, ты знаешь. Что ты делаешь? Выпьешь? Нет, спасибо. Я сейчас не пью. На ужин останешься? А ты как думаешь? Я зашел не только для того, чтобы посмотреть на тебя в душе. Я это и так видел. Я сегодня задержусь, девочки. Пора ехать. Спасибо, что согласилась поехать. Я знаю, что для тебя это много значит. Мам, ты ему звонила? Хоть когда-нибудь? Нет, не звонила. К тому же, не было повода. Врач сказал, ты поправляешься.
Ты что, очень огорчаешься по этому поводу? Снова стресс? Господи. Терри! Я, конечно, не знаю, сколько времени нужно женщине, но мы опаздываем. Балетная группа Детройта. Вечер танца. Люди не умеют любить. Они кусаются, они целуются. Они бьют, они ласкают. Может быть, это потому, что они знают, как быстро исчезает любовь. А сама возможность любить становится бесплодной и бесполезной. Они избегают любви и ищут прибежище в гневе, страхе, агрессии, которые всегда под рукой. А может быть, иногда они просто не знают всех фактов. Господи, боже мой. Что там такое? Что такое? Что там? Тебе лучше вернуться, хорошо? Я сейчас приду. Да что там такое? А мы вытащили этот пиджак, и в нем был бумажник. Грей Вольфмайер. Уходи, Терри. Пожалуйста, милая. Я не хочу уходить. Терри, пожалуйста. Дай мне фонарик. Детка, нет. Дай мне фонарик, давай. Дай мне фонарик, Дэнни. Давай. Это старый колодец. Был завален.
Наверное, он пошел прогуляться и упал вниз. Парни, позвоните в полицию. Боже мой. Боже мой. Гнев и обида могут затмить ваш разум. Теперь я это точно знаю. Для того, чтобы горел огонь, нужен только воздух и жизнь, которую этот огонь поглотит. Однако ярость существует.
Даже если она не очень реальна. Она может изменить человека, деформировать его, превратить в того, кем он не является. Единственной видимостью гнева является тот, кем вы становитесь. Тот, кто все-таки проснется и поймет, что он не боится своей жизни. Тот, кто знает, что правда — это в лучшем случае всего лишь часть истории. Гнев вплетается в эту историю, накрывает человека с головой, а когда он проходит, дает человеку еще один шанс принять жизнь и обещает спокойствие. Но откуда мне это знать? Я ведь еще ребенок. Перевод фильма Tycoon Studio. How many dreams you've chased across sand and sky and gravel, looking for one safe place. Yeah, hey, yeah. One safe place. You make a smoother landing when you break your fall from grace into the arms of understanding, looking for one safe place. Yeah, yeah, yeah. One safe. Trial by fire, and love's the sweetest taste, and I pray it lifts us higher to one safe place. Yeah, yeah, yeah. One safe. See.